Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим штатную камеру заднего вида от компании Ideal. Данная камера предназначена для установки в автомобиль Mazda 6 2009 года. Поставляется она вот такой вот коробочке. Давайте будем смотреть комплектацию. В комплекте идет сама камера. Камера идет с дополнительным плафоном. В плафон вставляется подсветка номерного знака автомобиля. Вот так все выглядит. Камера полностью герметично заклеена, пылевлагозащищенная, класс защиты IP67. Подключается камера к сети 12 вольт, имеет 480 ТВ линий, разрешение 656 на 492 пикселя, и также есть две системы PAL и NTSC в данной камере. Помимо подключения разъема, здесь имеется разъем для вывода видеосигнала. Угол обзора, кстати, камеры 170 градусов. Помимо камеры у нас идет удлинитель видеосигнала тюльпан 5-метровый. Небольшой вот такой вот мануал со схемами подключения и основными характеристиками камеры. И также провод питания. Провод питания обычно подключается от камеры заднего вида к плафону заднего хода, то есть фонарю заднего хода, и запитывается туда именно. Так, сейчас мы нашу камеру будем подключать, посмотреть на ее разрешение. Подключать будем 5-дюймовому монитору. Так, подключаем видеосигнал. И также подключаем, у нас подготовлен кабель, уже запитанный на 12 вольт. Включаем питание. И вот наша камера начинает свою работу. Изображение четкое, не размытое, все стабильно, хорошо читабельно. Даже мелкие детали полностью можно просчитать, что, в принципе, огромный плюс, ввиду того, что даже мелкие детали при движении назад будут все различимые, то есть ничто не останется без внимания. Также для помощи парковки в сложных местах здесь есть парковочная разметка. Вот такая вот. С помощью которой без проблем можно будет запарковаться в самом трудном месте. При покупке камеры на нее распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость по камере вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.